Так, запись идет? Нет? Так, подождите. А, все, запись идет. Всем привет, дорогие друзья, с вами Швепс, и сегодня видосик будет посвящен сайту Case Battle. Как все говорят, что это сайт окупной, я на нем открываю уже 2 года, и с тех самых пор он меня буквально, может быть, что-то выдавал по 600, по 700 рублей, там, со 100 рублей, с 50. Но сейчас дело о том, пойдет то, что Case Battle реально начинает брить, прям конкретно сливает мои деньги. Последние деньги я назад закинул в районе 5000 рублей за неделю. И все слито. Прям конкретно все слил. Сожрал до самой капли, блядь. Я уже не сдержался, написал в техподдержку, говорю, какого хуя вы меня сливаете? Что я вам такого сделал? Я что, третий лишний, что ли, или что, блядь? В итоге сайт говорит только одно. Есть так... Нету никакой подкрутки, нет никакой открутки, нет никакого бана. Это всего лишь рандом сайта. Но я не уверен, почему тогда, блядь, ютуберам, у которых по 20, по 30 тысяч подписчиков, им падает со 100 рублей ножи, блядь, мне интересно. Какого хуя? Ну, что происходит с сайтом, ну как вы думаете? Я вам скажу одно, смотрите мою за февраль ситуацию, 5000 рублей, это все на Case Battle, админ Case Battle, посмотрите ситуацию, по какой ты меня сливал. Февраль, 5000 рублей, январь. 4000 рублей, ну точнее десятка, уже десятка, 17 тысяч, это декабрь уже, блядь, ноябрь, плюс 1500, ну, 1200, 280 октябрь, 1673 сентябрь, и главное, что еще, ребят, идут у нас июнь 2020 года, май 2020 года, апрель 2020 года. Ребят, просьба, не заходить на этот ебаный говно сайт. Вот рекомендую просто не открывать на этом сайте. Не заливайте свои последние деньги. Сайт реально уже заскамился. Ну, прям он конкретно заскамился. То, что ютубер его снимает, это то, что он просматриваемый. Вот, понимаете, по статистике посмотрите. 116 просмотров, было до этого 52 максимально. Значит, он просматривает сайт по сливу. Потому что он сливает. Он просто берет и сливает деньги. Я больше не вижу смысла снимать эти кейсы, потому что это полное говно. Я на казино лучше окупаюсь, чем здесь, блядь. И смысл мне сюда закидывать ебаные 1500, чтобы слить их? Я не вижу смысла этого, не вижу. Вы не получите взамен от 1500 до Медузы дойти, вы хуй дойдете. Вот поверьте мне. У меня слито за 2 года 140 тысяч рублей. 140 тысяч, но это не только вот на Яндексе эти бабки. На Киви в районе 100 тысяч слито, на Case Battle 100 тысяч платежами. Я смысла не вижу больше снимать этот сайт, поскольку админ охуел, он в крае просто охуел. Они мне техподдержку отключили, вот понимаете, техподдержку отключить, ну пиздец. Как видите, то, что я ему сказал, иди нахуй, все, он обиделся, блядь, девочка ебаная, блядь, пиздец, конченая тварь, блядь. Я рот ебал админа и его сайт, нахуй. Ребят, не советую заходить. То, что вот вы видите, то, что он выдает в лайф-ленте, это боты. Это конченые боты, блядь. Вот пиздец, ножи летают там за 30, за 40 тысяч. Драгонлоры, медузы, блядь. Азимовы, те самые апгрейды. Сказки, хуяски, это все боты. Это все админ творит, чтобы вы заходили на сайт. И нет никакого онлайна 600 человек, даже 1000 там и нету, блядь. Максимально здесь открывают человек, наверное, человек 15-20, не больше и не меньше. Смысла нету больше. И не верьте тем комментариям в группе ВКонтакте в их не, потому что, ну, это полный бред. Это просто полный бред. Блять, ну это конченый просто бред. Админки из батла, пошел ты нахуй со своим ебаным сайтом. Я тебе еще раз объясняю. Твой сайт говно, как и ты сам, помойка, блять, которая, блядь, наживается на людей. Я не собираюсь больше снимать твой сайт, поскольку он реально бреет. И никому из ютуберов я не советую. Famous и Атом, послушайте внимательно. Забейте на него хуй, нехуй его снимать вообще. Не снимайте его, ебаный в рот. Вы наебуете людей своих, в итоге, нахуй, подписчиков. И нас наебуете, и себя наебуете, нахуя? Ради просмотров, ради чего? Ради ебаных 30 долларов, ебать, на ютубе, чтобы заработать их? Вы, блядь, подумайте своей головой, что вы делаете. Вы наебуете своих подписчиков. Они заходят, тратят по 50, по 40 тысяч рублей. Блять, вы издеваетесь просто над людьми. Ребят, послушайте меня внимательно. Не сливайте здесь больше деньги. Их не надо здесь сливать. Все. Заходите лучше на Play Fortune, там окупитесь вы 100%. Потому что я на Play Fortune 750 рублей буквально позавчера вытащил 25 тысяч. 25 тысяч, это уже третий раз за полтора месяца.
Советую Play Fortuna. Заходите играть на лицензионном казино. Только там вы сможете поднять. А вот эта ссылочка в описании будет, кейс батла. Больше не заходим и не открываем. Сайт говно, он слился. Все кейсы сливают. И какого хуя вы подняли цену, блять, вот на этот кейс? Извините, простите, он стоил 89. У меня он стоит сотку, прикиньте, блять. Ну пиздец, ну это говно сайт. Я его открыл вот сегодня, блять, раза три, наверное. И, блядь, чисто гадюка одна за ебаные 30 рублей падает. Ну это пиздец. Нет смысла сайта этого больше открывать. Вот, сайт говно, не советую. Все, ребят, всем удачи, всем пока. Ссылочка будет в описании. Сайт говно.